Кандидаты от партии «Единая Россия» Владислав Третьяк и Владимир Кононов представили документы на выдвижение на выборах депутатов Государственной Думы. Они стали победителями предварительного голосования, после чего были утверждены на съезде «Единой России». Напомним, в Ульяновской области было 43 участника праймерис. Владислав Третьяк выдвигается по Радищевскому одномандатному избирательному округу номер 188. В первую очередь хочу поблагодарить всех избирателей, которые на протяжении двух созывов доверили мне, и это большая честь для меня была, представлять Ульяновскую область в Государственной Думе. Я старался честно работать, добросовестно, лоббировать все интересы Ульяновской области. И сегодня я стал кандидатом в депутаты от Ульяновской области. Надеюсь, если мне такое доверие окажут, буду продолжать курс своей деятельности, работать на благо Ульяновской области. Владимир Кононов был выдвинут по Ульяновскому одномандатному избирательному округу номер 187. Ульяновская область обладает очень мощным потенциалом, не только инновационным, а вообще просто человеческим, ресурсным. Это очень богатая, интересная область, это очень такой исторически мощный регион со своей глубокой историей. Поэтому я думаю, что очень важна не только ресурсы внутренние областные, но еще очень важно привлекать федеральные ресурсы и иметь федеральную поддержку. Поэтому здесь, в этой области, очень мощное самолетостроение. Ранее документы на выдвижение кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам подали Дмитрий Грачев и Сергей Маринин от партии ЛДПР, Виталий Кузин и Айрат Гебадинов от КПРФ, Николай Клюшенков от партии «Гражданская платформа» и Сергей Моргачев от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Выдвижение партийных кандидатов по одномандатным избирательным округам продолжится до 23 июля. Всем выдвинувшимся кандидатам необходимо предоставить документы на регистрацию в срок до 4 августа 2021 года. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.